Добрый день, уважаемые клиенты. Меня зовут Милена Александр. Я являюсь портфельным менеджером компании Zurich Capital Management. И сегодня, как обычно, поговорим о российском фондовом рынке. Индекс МВБ открылся снижением на 1% после распродаж на американских фондовых площадках. Тем не менее, мы видим силу в российском фондовом рынке. На текущий момент он отскакивает и теряет всего лишь 0,3%. Самыми волатильными бумагами были сегодня на открытии бумаги банковского сектора. Сбербанк терял 2%, после чего вернулся к значениям 79,30. Это порядка 0,5% минуса. ВТБ же, напротив, торгуется в плюсе. После снижения он сейчас поднялся до отметок близких к 4 копеекам и прибавляет более 1,5%. Если говорить о более стабильных бумагах, более портфельных позициях, то мы продолжаем рекомендовать в портфеле такие бумаги, как ИОН Россия, Сургутнефтегаз привилегированные, ГМК Норильский никель, Лукойл, Роснефть. Мы считаем, что данные эмитенты менее подвержены распродажам с точки зрения их качества компании и предлагаем держать их у себя в портфеле. Если говорить о спекулятивных идеях, то на сегодня мы определили для себя следующие идеи. Это акции компании «Новатек». В случае снижения ниже 340 рублей мы будем спекулятивно покупать с целью 350-355 рублей. Акции компании «Сбербанк» сейчас близки к уровню 80 рублей. Это уровень сопротивления, который, на наш взгляд, если будет пробит, то возможен поход на уровне 84 рубля. И акции компании ВТБ, они, как я уже сказал, подошли к 4 копеекам. Здесь у нас противоположная позиция, то есть мы предлагаем аккуратно открывать короткие позиции по данной бумаге со стоп-приказом, естественно. И хотим заработать на этой сделке порядка 3%. И в заключение хотелось бы сказать, что вышли стат-данные от IPFR Global, которые зафиксировали приток фондов средств, инвестирующих в российский фондовый рынок, наши акции. Приток составил 164 миллиона долларов. Статистика, безусловно, является запаздывающей, но, тем не менее, 3 недели подряд это уже некие, скажем так, определенная статистика, которая позволяет нам понимать, что все-таки иностранные инвесторы не бегут с фондового рынка, и мы видим, что часть из них, да, там, инвестируют в наши акции. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго.